мир изменился. We interrupt this program to bring you a special update. Что дальше? What is the metaverse? A metaverse. Метавселенная. Блокчейн. Web3. Non-fungible. NFTs. Мы разобрались, как пользоваться микроволновкой, все уже заговорили про то, что человечество скоро уйдет в метавселенную. Есть уже сейчас люди, которые за NFT там покупают виртуальную недвижимость. Ничего примерно не понятно, верится с трудом, но да, это шоу вместо меня, например, сейчас ведет мой виртуальный аватар. С вами Таня Старикова, Даня Трабун, шоу Decoders. Мы уже на пороге метавселенной. Давайте посмотрим, что там на три. Да, у нас по 8 страниц сценария, но, во-первых, самое важное. Отбросьте сейчас ощущение, что Господь ничего не понятно. Я в этом никогда в жизни не разберусь. Сконцентрируйтесь. Смотрите. Начнем с ледникового периода. Ладно, с 90-х. На самом деле, метавселенная — это просто следующий этап развития интернета. Как в 90-х было первое поколение интернета, потом был Web 2.0, и вот сейчас что-то будет. Да. И в 90-е годы что у нас был? Dial-up, картинки грузились, я не помню сколько, но очень долго. Можно было ночь скачивать какую-нибудь песню. Да. Было куча проводов под столом. И все считали, что это нормально для интернета тогда. Да, и самое главное, что тогда у тебя доступ к интернету был, но в специальных местах, где есть этот комп и куча проводов. Да, помнишь, интернет-кафе еще были? Да, и все ходили в эти гей-клубы. Интернет второго поколения, он еще называется мобильный интернет, потому что мы его переносим с собой, Web 2.0. Теперь у тебя доступ к интернету есть везде, где есть ты, кроме моей дачи. Там нет. Есть еще очень важная часть Web 2.0, это то, что он социален. То есть у тебя, по сути, есть комментарии уже на всех сайтах, которые только возможны, а люди везде участвуют. Да. И главные сайты Web 2.0 — это, конечно, социальные сети. Да. Согласна. И теперь метавселенная — это как бы интернет третьего поколения, в котором мы не просто имеем доступ к нему, мы находимся внутри него. Причем ты там все время, ты там находишься с другими людьми, и вы нарисованы как виртуальные аватары. И, пожалуйста, сейчас только не надо делать вид, что это сложное сочетание, потому что звучит немножечко непривычно, но это типа реально твоя аватарка, просто отрисованная в 3D, в полный рост. Да, ты ее создаешь сам. Собственно, как ты выбирал аватарку в Твиттере или в Инстаграме, точно так же тут, правда, из какого-нибудь конструктора ты выбираешь волосы. Короче, как в игре. Да, но они пока очень во многих без ног почему-то. Да, это супер крипово выглядит. Ну, это пока. Возможно, скорее всего, там тоже можно будет поставить волка на аватарку, поэтому все пацаны из ВКонтакте, не переживайте, все нормально. Не просто поставить волка, стать волком. Блин, да, это не просто как бы фотография, а ты прям как волк бежишь. Вау. Разве это не аргумент, чтобы развивать метавселенную? И важно, что это не просто игра типа Fortnite. Это прямо целый мир, в котором мы можем общаться, в котором мы живем, в котором мы можем покупать товары, зарабатывать деньги. И как бы у нас нет там конкретной игровой какой-то цели, мы просто там живем своей жизнью, но в виртуальном пространстве. Ну, еще важно, что эти виртуальные пространства, как и сайты, то есть ты не на одном сайте находишься все время. Помнишь, да. Опять же, в интернете, который в 90-х, были порталы. Типа ты мог вообще всю свою жизнь провести на сайте yahoo.com. Там какая грустная жизнь. Всю свою интернет-жизнь. Вот. Потом, значит, Facebook постарался тоже стать вот таким вот местом, где есть все. Да. Но при этом интернет — это не Facebook. Да. И, соответственно, метавселенная, как бы этого не хотел Цукерберг, это тоже не Facebook. И еще один важный момент. Этого мира еще нет. Метавселенной как бы еще нет, окей? То есть
она появляется. Мы принимаем роды у пацанов типа Цукерберга. Ну, вот опять же, Web 2.0, о нем первый раз написали в 99-м году, и потом с 99-го года в 2001-м, 2004-м поднимались снова тем, что такое Web 2.0 и так далее. А потом, ну, условно, в 2007-м появился iPhone, и как бы и мы начали входить в эру Web 2.0 уже по-настоящему. То есть прошло куча времени. Да, но не было такого одного дня, когда вышел президент мира и сказал: «Мы теперь в Web 2.0». Мы называем нашу компанию Web 2.0. Да. И поэтому мы будем Web 2.0. Нет, такого да. не было. И, соответственно, метавселенная тоже будет появляться постепенно. Но мы, как ребята умненькие, просто первыми разберемся, что нас ждет. Давай, как в настоящих лекциях, термин метавселенная. Нет, на самом деле это реально много объясняет, потому что это же греческая как бы приставка и предлог мета, которая значит что-то следующее, типа после. А слово метавселенная придумал Нил Стивенсон. Он в 92-м году написал роман про будущее, и там главный герой такой типа хакер, который барыжит вирусами, и он уже в этой книге описал вот этот новый крутой интернет с аватарами и виртуальными концертами, прикиньте. Но потом слово метаверс звучало в основном в разговорах задротов из Кремниевой долины, а недавно Марк Цукерберг переименовал Facebook в мета. И вот теперь мы все читаем новости и пытаемся понять, что же это нахер такое. Метавселенная. Давайте как раз сейчас по конкретике, что уже для этой метавселенной есть, почему это еще не скликнулось в общую какую-то картинку и что нам бояться, когда это все скликнется. Огонь. Вот давайте сейчас попробуем сыграть в игру, насколько мы понимаем вообще, что такое метавселенная и что в нее в итоге войдет. Клип «Глюкозы» — это метавселенная, она же создала фактически своего аватара, который там записывал клип. Нет. Да. Но это совсем не метавселенная, потому что, по сути, это просто мультфильм. Да. То есть в нем нету всего того, что мы ранее обсудили. Он не интерактивен, в нем нету других людей. Это просто маленькая реальность глюкозы. Я зачем я так сказал? Грустно звучит. Показ Balenciaga в их игре. То есть они специально создали игру, в которой ты ходишь по коридорам и смотришь на... Это ближе к метавселенной. Идею. Пока это не метавселенная, знаешь, это как прототип или тизер метавселенной. То есть Balenciaga бы, конечно, с удовольствием сделали бы многопользовательскую игру, где мы бы с тобой могли встретиться и вместе походить бы по всем этим пространствам. Этого пока абсолютно точно не было. Но что Balenciaga нащупали, это то, что, во-первых, это не совсем игра. То есть это все-таки место, где ты можешь посмотреть на вещи. Это близко уже к тому, чтобы ты мог их там купить, например. То есть, на самом деле, это похоже чем-то на торговый центр. О! Наше с тобой любимое шоу «Альтер Эго». Да. Где сидят в зале реальные люди, сидят в зале реальные жюри, Will.i.am, Grimes. И они как бы должны выбрать людей, которые красиво поют. Но сами люди в этот момент находятся на бэкстейже. И вместо них на сцену выходит их виртуальный аватар, типа голограмма, который они сами рисуют вообще как угодно, и он поет, потому что они на бэкстейдже поют. Да, да. То есть это полностью их голос, их движение, и просто им не нужно выходить на сцену. Соответственно, это открывает дорогу многим людям с ограниченными возможностями, с комплексами. Они могут теперь стать звездой. Офигенно. Да. Но сейчас, насколько я понимаю, это не типа голограмма ходит по сцене, а это просто у них стоит большой экран, на котором они видят. А на монтаже как бы. А на монтаже это показывается, как будто это все есть, да. Пока это, короче, не метаверс, правильно ведь? Слушай, но это точно не метаверс, но вот это, ну, как бы на самом деле это будущее точно интертеймента. На самом деле мы сейчас обучаемся тому, что вокруг будут аватары. Да. В шоу, в играх, в интернете. Офигеть. Second Life. Есть такая игра, назовем ее так, ну как да, бы платформа, да, многопользовательская игра, которая появилась уже достаточно давно, и она многими называется прототипом метавселенной, потому что это фактически, она в России была не супер популярна, хотя why, супер крутая штука, ты туда как бы заходишь, и там огромный мир, в котором все существуют как раз одновременно, там можно покупать, там можно зарабатывать, и это как будто бы тоже такой компонент, который, наверное, потом в разработке будет. Это точно то, что очень похоже на метавселенные ближайшего будущего. И я могу тебе сказать, что туда
по крайней мере, среди людей, которые в России тусовали Second Life, это были все те же люди, которые сегодня NFT-энтузиасты. То есть, ну, люди из креативных индустрий, там, дизайнеры, арт-директоры и так далее, те, ну, потому что порог входа все равно туда какой-то был, для того, чтобы сделать себе классный костюм или там купить что-то. В то время это был, правда, 2003-2004, вот тогда она только появилась. Она сейчас есть еще? Есть. Прикольно. Можем сходить, погулять туда. Погода на улице, отстой. Виртуальные аватары. Виртуальные аватары совершенно точно являются частью метавселенной. И на самом деле уже есть много компаний, которые ими занимаются. Есть ребята, которые называются Zepeta, если не ошибаюсь, корейский. Есть Ready Player Me. И да, вы прочим. Просто представляли вообще, сколько мы искали по Москве людей, которые занимаются костюмами виртуальной реальности. Потом еще нужно сверху на этот костюм накинуть анимацию. Но у этого костюма нет мимики, логично, да, потому что это костюм. Соответственно, это отдельные делают чуваки. И это все уже есть, например, в Москве. Их можно всех найти, вот Даня смог. Но, ну, геморрой жесткий. Бэкстейдж того, что происходит в кадре, выглядит так. Нам привезли... Ваню. Приехал Ваня и привез нам чемодан волшебный и компьютер. Это костюм для захвата движений. То есть технология называется motion capture. Мы захватываем движение тела нашего актера, на кого этот костюм, собственно, устанавливается. Да. Опять же, инерция. Осторожнее, я слышал, что это стоит 10 тысяч долларов. Вот все, что на тебе, 18 500. И еще отдельно за программное обеспечение порядка 20 тысяч евро. Официально самая дорогая вещь, в которой я когда-либо стояла. Так, поехали. Официально. Какие там баленсиаги? Всего на теле 17 датчиков. Режим мимо нам надо говорить. Мы готовы. Да? Все? Да. Классик. Было бы здорово, я говорю, если бы был какой-нибудь монитор тебе вывести, чтобы ты видела. Блин, ой, ой, мне так нравится. Такая худенькая. Гаджеты типа виртуальных шлемов, которые позволяют тебе выходить в дополненную реальность. Это же компания? Ну, это, ну как, компьютер же нельзя назвать интернетом. По сути, так и... Гаджет, который позволит тебе туда зайти. Да, да. Окей. Но без него ничего невозможно. И, опять же, очень многие сейчас спорят насчет того, что такое вообще идеальный гаджет для метавселенной. Потому что если это шлем виртуальной реальности, ну неужели мы прям будем все сидеть в шлемах виртуальной реальности и да. Все? Да, так это что... Это слишком сложно. Например, недавно журналистка Wall Street Journal провела 24 часа в VR-шлеме. Она в нем работала, тренировалась, ела, спала и пришла к выводу, что пока в метавселенной жить тяжко. My eyes hurt and my head hurts. Так что многие являются адвокатами дополненной реальности. Это когда вот мы сидим и вокруг еще летают какие-то информация про тебя, сколько у тебя там подписчиков. Прямо сейчас уходи, уходи. Вот. Ну, не знаю, какие дополнительные вещи. И, может быть, здесь есть еще возможность, не знаю, купить что-нибудь. А с другой стороны, есть VR-комнаты вот в торговых центрах, которые, знаешь, стоят? Да-да-да. Это же прям вообще не туда. Ну, то есть, помимо того, что это тот же самый гаджет, ты попадаешь в фиксированную какую-то игру. Да, да. По сути, все, что не подключено к интернету, метавселенной не является. Работа в виртуальных офисах. Я вчера залипла жестко на Ютубе на обзор чувака, который протестировал два сайта, Spatial и Immersed. На них реально можно зайти. Да, да, да. И ты как бы создаешь себе вот этот виртуальный аватар, ты подгружаешь туда лицо, в идеале свое, но в целом он подгрузил лицо собаки, потому что он говорит, как я мог этого не сделать. Ты там, у тебя есть стол, ты можешь туда вытащить зум, да, можешь да. вытащить фактически все свои вкладки на компе, как бы вокруг себя. Ну, это очень круто, и мне кажется, что это еще один ключ к тому, почему вообще про метавселенную заговорили так мощно в этом году. В большой степени это связано с тем, что в 2020 году у нас случилось что? Понятно? Угу. И все стали работать удаленно. Короче, видимо, очень людям все-таки скучно дома сидеть в пандемию. Да, очень скучно. Хочется почувствовать кого-то рядом. Как ты думаешь, там можно будет кидать эти бумажки в ведро? Блин, это функция, которая должна очень дорого стоить. Типа ее все будут покупать вообще. И на сайте Immersed, вот одной из этих платформ, было написано, что работай, делай свою работу быстрее, чем в реальной жизни. И он смонтировал то видео, которое есть на Ютубе. Там
То есть он сидел в шлеме и монтировал там видео. Mm. А там были кто-то еще, какие-то люди? Или он... Да, да, к нему выходил в Zoom девочка, у которой нет такой технической возможности, и приходил чувак, у которого тоже шлем. Огонь. Он прям рядом стоял. Прикинь, как настоящий. Зачем мы приехали на студию сегодня? Мы же могли бы все снять. Мы все могли снять там. Следующая карточка твоя амбассадорская вообще, цифровая одежда. Фишка в том, что ты как бы не покупаешь шмот, ты покупаешь цифровой его дубликат и можешь просто в нем пофоткаться несколько раз, типа выложить и все. Что будет совсем скоро и на самом деле уже сейчас есть. Есть Snapchat. Snapchat это... Дополненная реальность в целом. Да, по сути, Snapchat изобрел то, что мы сейчас видим в Инстаграме. Это когда ты открываешь камеру, и там есть различные фильтры. Тимати, который сзади обнимает тебя. Абсолютно. И Тимати, который сзади тебя обнимает, и... Может быть, платьем. Может быть, платьем. Ну, как бы странно это не звучало. Да, типа, это цифровая какая-то одежда, которая также с тобой везде ходит. Прикрепить к этому оплату, и все, все готово. Так, но он будет именно твой, этот костюм. Он будет именно, он будет именно моим. Скорее всего, какие-то костюмы, которые будут стоить каких-то денег, они будут ограниченным тиражом. Как сделать это ценным? Это сделать так, чтобы мой фильтр был только у меня и еще у какого-то количества людей. Ограниченный тираж. Или ты получал бы за это... отчисление? Калинг. Ну, это, кстати, тоже вариант. И еще что важно, что это формулирует пользовательскую привычку. То есть вот этот вот шмот, который ты надел для того, чтобы выложить в инсту, нам понятен. Ну, типа, мне понятно, я поставлю лайк на твою фотку. Люди, которые покупают даже в Fortnite вещи, мне лично непонятно, потому что я не пользуюсь конкретно этой игрой. Хотя, на самом деле, это очень близко, я с тобой согласен. И я теперь через это, короче, открываю для себя вообще, в принципе, виртуальную одежду. Слушай, у меня есть про это история. Вот Facebook же сделали вместе с Ray-Ban очками такой странный гаджет. Это, по сути, гаджет с камерой, и все. То есть это гаджет с камерой, позволяющий снимать видео вот так. От первого лица. Ага. Зачем? Ну, как бы, типа, непонятно, да? Зачем это все нужно, если нам нужны очки с дополненной реальностью, а до этого... Ну, это бесполезные очки. Ну да, ты, типа, на телефон можешь снять. Но это тоже про формирование пользовательской привычки. То есть они создают привычку, что, во-первых, ты можешь снимать для юзера, и всем остальным, что их могут так снимать. Блин, а это же из черного зеркала, когда, помнишь, у них были чипы, да, которые записывали все, что ты видишь глазами? Да. У-у-у. Да, скоро такое будет. Вот мы такие, скоро оно будет, мы же не понимаем, через сколько. Потому что нету, вот это, как ты говорила, точки отсчета. Ну, я свободна в четверг, в следующий. По сути, мы просто это не замечаем. То есть, знаешь, это потихонечку постепенно появляется, да. Недавно мне Гоша Карцев рассказал, что ему на день рождения племянник подарил его портрет, отрисованный в Майнкрафте. Офигенно. Типа, он ему прислал скрин, как сам племянник ходит по Майнкрафту и приходит вот в эту вот большую площадь имени Гоши Карцева, где стоит огромный его портрет. Очень и вокруг сад там с какими-то потрясающими растениями. Это же... Это метаверс. Это метаверс, это реально. Это чисто метаверс. Ну, это метаверс, потому что в игре делается что-то не совсем игровое, то есть игра сильно связана с реальностью. Да. Ну и вообще Майнкрафт, знаешь, он... ну, такой прото-метаверс. Мульти... Тихо! Не все. Надо сейчас опять снова пугаться. Прото-метаверс. Все нормально. Нормальное слово, которое можно понять, окей? Потому что прототип. То есть, как бы, прототип метаверса. Изучаем греческие приставки. Я надеюсь, вы понимаете, что нужно учить древнегреческий. В 21 веке он сильно пригождается. Ну, это, да, это то, что было до метаверса. Онлайн-игра, в которой не обязательно играть, ты можешь просто жить, создавать какие-то вещи, там постоянно что-то создают, не связанное напрямую с игрой в Майнкрафте. То есть, абсолютно точно какой-то арт такой же, вот как сделал племянник Гоша. Блин, представляешь, вот только что шоу Альтрек, которое стоило там миллионы. Нет, это не совсем метаверс. А вот портрет в Майнкрафте, который сделал Гоша. Это я, знаешь, сейчас к какому тезису подвожу, что, конечно, будут огромные корпорации, которые будут на этом сильно богатеть, но при этом в целом порог входа зайти на сайт и захотеть разобраться в этом. Это очень высокий порог входа. Согласна. Захотеть разобраться — это очень сложно. Это очень высокий порог. И последнее из карточек. Что хочу у тебя спросить. Ты рассказывал мне про чувака, который отметил тебя в сторис, что у него есть велосипед, домашний тренажер, который прикреплен к экрану, по которому он едет в какой-то местности, и он едет там вместе с остальными ребятами, у которых тоже есть эта технология, и они реально обгоняют друг друга.
И они реально едут по какому-то месту, все онлайн, ну, как бы в реальном времени. Это называется Ватопия, да? Ну, это Ватопия. Угу. Это такое, ну, вымышленное пространство, в котором создатели развивцев попытались соединить, наверное, все типы трасс. Такие длинные равнины и мощные города, и подводный участок. Есть вот этот термин сегодня, который очень хайповый, про метавселенную, да? Термин метавселенная. Вот это метавселенная, на твой взгляд? Ну, такая, конечно, она очень специфичная и очень такая узконаправленная. Но, ага, в принципе, да. Ага. То есть это прям такая целая вселенная гонщиков. Ага. Просто велосипедистов, в том числе и бегунов. Ага. Потому что в пандемию даже проводились чемпионаты мира, угу, официальные среди профессиональных гонщиков, угу, по Zwift, всем рассылались домой настроенные тренажеры гонщикам. А типа, что был стандарт. Да, они участвовали. Вон там есть датчик, у меня сейчас 126 там, тысяч капелек. Я их могу, это фактически валюта. Ага, сваткоины. Да, что-то вроде. Ага. Я могу их тратить на новые колеса, новые какие-то там шузы, новую прическу, ага, какую-то кепку. И это прикольно, потому что когда ты едешь, понимаешь, что чувак выглядит прикольно, то есть это он добился. То есть, ага, он много катался, чтобы взять, купить это себе какую-нибудь прикольную кепку. Ага. То есть ты здесь можешь просто делать все. То есть, ага, ты можешь тренироваться сам, можешь встречаться с друзьями, покупать какие-то новые шмотки, можешь покупать новые колеса, велосипед, все это влияет на твою аэродинамику. И все довольно серьезно. Блин, это же из черного зеркала. Ну, то есть мультики, клипы, игры — это все не метавселенная, какие бы классные они сейчас ни были. Зато технологии, которые там используются, типа VR-шлемов, виртуальных аватаров, NFT, они все станут частями виртуального мира, который ждет нас в будущем. Вот. Вообще, да, будущее иногда пугает, но просто подумайте, насколько у нас жизнь стала легче и лучше с теми технологиями, которые уже есть вокруг нас. Если даже взять просто приколы Яндекс.Го, как мы вообще жили бы без всех этих доставок в локдаун? Скажите мне, пожалуйста. И это даже не про технологии, а про заботу. Потому что с Яндекс.Го ты можешь заказать продукты бабушке, чтобы она не выходила в метели с дома, отправить доставкой подарок другу, с которым не успеваешь увидеться, вызвать для мамы Майбах после корпоратива и так далее. Технологии меняются, а как их использовать, решать нам. Если они помогают нам заботиться о близких и чаще встречаться с друзьями, уже и не так боязно. Правда? Теперь, кто что делает, что нам ждать, на какие нам сайты заходить, чтобы в метавселенную попасть в хотя бы в какую-то ее часть? Это еще же такой признак того, что это действительно случится. Не когда есть просто какие-то интересные кейсы, а когда большущие компании, главные компании, знаешь, которые торгуются на бирже, делают конкретные вещи. И президент какой-нибудь страны говорит: мы будем защищать безопасность ваших виртуальных аватаров. Это Эквадор или кто там? А, господи. Извините. Это случайность. Да, этим начали заниматься большие чуваки. Кто? Ну, во-первых, это Facebook. Они делают уже шлемы. У них есть рабочее пространство, и самое главное, они выделяют 10 миллиардов долларов разработчикам на то, чтобы они это все пространство метавселенной обогатили, наконец-то, своими сервисами, виртуальными комнатами и всем прочим. И это реально ключевая штука, потому что 10 миллиардов долларов это только за этот год. Дальше они готовы тратить больше. И Forbes уже написал, что это больше, чем на метавселенную потратили вообще за все 30 лет. Абсолютно. И у них уже один раз так получилось. В совсем других масштабах, но они создали комьюнити разработчиков для Spark AR, собственно, для вот этих фильтров и масок, которые сейчас есть в Инстаграме. А, и поэтому они так бы установились. Было точно так же, да. То есть они выделили кучу средств на разработчиков, дизайнеров, и вот, ну теперь для нас это мейнстрим. И тут, мне кажется, прикольно понять, зачем ему это надо. Uh-huh. Потому что, во-первых, Facebook вообще растерял жестко молодую аудиторию всю. Давно заходил на Facebook? Не дай бог. Во-вторых,
Он заработает очень много, да. гораздо больше на транзакциях, когда мы будем покупать да. вот эту вот виртуальную херню. Да. Нет, это очень важно. Нет, я... И в-третьих, любимая Маркина радость – информация. Причем вообще другого уровня. То есть у него будет доступ к информации о моих привычках, о том, что я хочу, о том, как я чувствую себя, да, прикинь. Да, 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 да. Доступ к подсознанию. Как вам такое? И доступ к тому, как ты хочешь выглядеть, ага. например. Ну, страшновато, честно ну, да, говоря. Да, 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 это конечно. Реально страшновато. Но при этом у меня есть ощущение, что у них не получится. Есть очень большое сопротивление. Но тут шапочка из фольги, а поверх вершлем. Да. Второй игрок, не по какой-то приоритетности, Важности. Просто Microsoft. У них уже есть виртуальные офисы, они называются Microsoft Teams. Угу. И у них вместо шлемов очки в разработке, которые очень популярны в... О них компании в основном продают. В B2B-сфере, не типа да. лично кому-то, да. Типа для того, чтобы, например, на заводе, не знаю, там, сконструировать какую-нибудь тачку, используют уже эти очки для обучения и для того, чтобы видеть схемы и всякое такое. Мне, честно говоря, кажется, что даже спустя 50 лет, даже когда у нас будет полная метавселенная и Microsoft уже будет делать там виртуальное пространство, все равно, если ты там подвинешь картинку, все к чертям подвинется сразу, все слетит вокруг, ты просто такой... Опять! Да, короче, ну они стараются. Они молодцы. Не, на самом деле у них самые прокачанные рабочие места, и вот эти очки с дополненной реальностью, которые, конечно, выглядят сейчас исключительно как что-то, что можно надеть на заводе, они крутейшие, они лучше всех сейчас очков с дополненной реальностью. Так это что, ты видишь, типа, еще параллельно какие-то, ну, информацию? Ну да, по сути, ты просто видишь, вот у тебя тут летают кубы, ты на них можешь прям рукой, то есть они считывают руки, просто обычные руки, ты можешь сам вот это все выбрать, очень классно. И там угол обзора большой. Это же тоже большущая проблема для очков. Следующий игрок. NVIDIA. NVIDIA крутые ребята. Они создают индустриальные стандарты. Это те чуваки, которые придумали код, которым в Pixar делают мультики. Ага. И этот код будет универсальным, как ну, тот, на котором сейчас делаются сайты, например. Они приходят к Microsoft и Facebook и к другим ребятам и говорят, у нас есть для вас универсальный стандарт. Типа язык, на котором да, это да. все будет написано. Жиши, пиши с буквы И. Абсолютно. Дальше, конечно, Fortnite и вообще все проекты, которые делают Epic. Они в Fortnite уже показывают премьеры фильмов, трейлеры. Да. Там проходят концерты. Там можно покупать одежду. Самое главное, что люди начали приходить туда просто потусить, провести время со да. своими знакомыми. И это как бы соцсеть, да. вот такая вот виртуальная. Но проблема в том, что пока это именно игровая все-таки цель, как бы игровая структура, инфраструктура. И Суини, сам директор, сказал, недавно в Твиттере написал, что да, Fortnite — это игра. Но задайте мне этот же вопрос через год. Дальше как раз твой любимый, ты мне про него рассказываешь все время, да. и я вообще не понимаю, в чем прикол. Давай. Roblox — это игровая компания, которая стала самой дорогой игровой компанией в США. То есть это тоже игра? Типа Майнкрафта, Фортнайта и всего такого? Да, но не совсем, потому что это игровой движок. То есть что это значит? Это что? Roblox — это не одна игра, а тысячи игр, сделанных на очень простом коде. Это похоже, в старом-старом Яндексе была вкладка «Игры». Ты туда заходил и выбирал. Да, это так и выглядит. Когда они начинали это делать, они вдохновлялись Лего. И по сути... Разные наборы, типа. Да, и все эти игры в разных жанрах очень похожи. Что между ними можно делать? Между ними можно переходить одним аватаром. Ага. Можно самому создавать эти пространства и просто там тусоваться со своими друзьями. Ага. И как только речь зашла о метавселенных, они такие, да, мы же метавселенная. Алло! Да. Потому что, конечно, эти игры похожи на, ну, на отдельные сайты или пространства. То есть то, о чем мы говорим. И там есть экономика. Там есть экономика, довольно, говорят, жесткая для создателей. В общем, они не очень много платят создателям. На Wired была статья о том, что Roblox наживается на детях, потому что основная аудитория — дети, и дети же создают эти игры. На самом деле это супер круто, это действительно так. Блин, а прикинь, а вот сейчас же есть законы про запрет труда несовершеннолетних?
Да. А типа, прикинь, да. появится какая-то регулировка того, что дети делают в метавселенной, как они за это... Скорее всего, такое должно случиться. Блин. Да. Лёва, держись! Про Roblox еще хочу сказать. Туда очень мощно заходят бренды. То есть там, во-первых, тоже есть концерты. Lil Nas X там делал свой концерт. Да? Да. Туда пошла компания Gucci и сделала там выставку. Казалось бы, да, вроде Roblox для очень юной аудитории, но при этом Gucci там делает выставку. Растят. Да, это правда. И Nike сейчас сделали там свой Nike Land, практически как Disneyland, тоже пространство, где все Nike. Вот так. И этих ребят, которых мы обсудили, они создают именно виртуальную реальность. Да. То, что существует цифровое какое-то пространство. Есть еще дополненная реальность. Это наше пространство с какой-то приколюхой. Pokemon Go. Простой пример. Типа, ты стоишь на улице, но у тебя на ней покемон. Угу. И ты его ловишь. И я его ловлю. Дополненная реальность. На английском... AR. AR, augmented, как это расшифровывается? Augmented reality. Augmented reality. Да. Дополненная реальность, augmented да. reality, поэтому AR. Виртуальная реальность... VR. Нет, я просто поржал, потому что мы такая... Кстати, сейчас мы поговорим про английский язык. Простите. С VR понятно. Там эту виртуальную реальность или ты на экране видишь, или шлем надеваешь. Да. С VR ты выходишь в город, в городе все блестит и кричит своими... Я сейчас, когда мы начали это писать, я теперь начала представлять, как бы я Москву под себя украсила. Украсила, да. Как? Где бы я... У меня реально мост около моего дома, вот этот вот знаменитый, с надписями. Да, да. Там стоит такой огромный вазон. Я в нем так хочу пальму. Я бы в нем сразу посадила пальму. Это прям первое, что я сделала, если бы была дополненная. Класс. Реальность. Так вот, эта компания, которая сделала Pokemon Go, называется Niantic. Так. И эти ребята очень много лет делают такие штуки. То есть такие игры. Так. Pokemon Go у них просто выстрелило невероятно. А после они сделали еще с Гарри Поттера такую игру, она уже не выстрелила. Вот. Что странно, кстати. Ну, потому что как-то... Игра херовая. Да. Ну, типа того. Эти ребята тоже хотят делать метавселенную. И они сейчас вот эти свои наработки просто передают разработчикам. Причем делают это примерно так, что с определенного момента популярности вашей игры вы будете платить нам комиссию. Но до этого это бесплатно. Да. И тоже вкладывают, правда, не миллиарды, но миллионы, 20 миллионов долларов, если я не ошибаюсь, разработчикам, чтобы они создавали это в среде Niantic. Это мы сейчас перечислили 6 крупных компаний, которые занимаются разработкой чего-то для метавселенной. Но есть еще достаточно много, на самом деле, таких андердогов, небольших ребят, которые уже сделали что-то, может быть, даже и круче, и ближе. Просто потому что классно придумали. Например, их 3. Ну, основных. В нашем списке. В нашем списке основных, таких самых известных, 3. Decentraland. Да, это офигенно. Офигенная история, конечно. Там упор именно на владение землей. Если что, 11 апреля участок земли на платформе Decentraland был продан за 572 тысячи долларов. Небольшие вычисления произвелись. 45 миллионов рублей. 45 миллионов рублей – это дорогая квартира в центре Москвы. Ну, зачем покупать ее, если можно купить себе виртуальную землю в платформе? Ключевая особенность платформы. Так. Акцент на мнение пользователей. Именно сообщество будет голосовать за обновление политики, внедряемые NFT-контракты, которые будут разрешены в мире. Земельные аукционы и так далее. Слушай, я только что понял, это дачный кооператив. Реально. Попытка объяснить метавселенную русским людям. Просто представьте. Вторая подобная платформа называется Somnium Space. Там тоже можно покупать землю и можно создавать бизнес на ней. Можно делать кинотеатры, рестораны, точно так же все это продавать, покупать. И мне кажется, важная деталь этого всего, конечно, то, что это завязано на NFT. То есть на возможности... Когда зарабатывать. Тебя... Возможность зарабатывать, да, конечно. Да. И третье — Crypto Voxels, в котором мы недавно в здании заглянули чуть-чуть. Это виртуальный мир, он на криптовалюте эфир работает, то есть ты как бы там все покупаешь и оплачиваешь эфиром. И там тоже, типа, можно купить участок земли и построить в нем что-нибудь. И мои друзья в Нижнем Новгороде открыли там клуб. Как бы. Классный.
Я не был в клубах полгода, и вот это был мой первый клуб за полгода. Вот как это выглядело. Добрый вечер, с вами Татьяна Старикова, корреспондент с вечеринки в метавселенной, с нашей первой. Мы сейчас с друзьями отмечаем 3 дня рождения, и мы решили, почему бы не отметить его в 2 вселенных, потому что у наших друзей есть клуб на CryptoVoxels. И мне казалось, что это все что-то очень сложно, но Наташа, которая мне сейчас будет объяснять, как это делать, сказала, что просто нужно на телефоне открыть ссылку и... Смотри, все на самом деле очень просто, не надо ничего скачивать, просто переходишь по ссылке, ты можешь, видишь, смотреть и передвигаться, и сейчас ты заходишь в наш клуб. Я пошла в клуб. Так, сразу скажите, где барная стойка, я буду на ней. Смотрите, здесь, значит, наша коллекция, примеры нашей коллекции. Здесь ребята уже танцуют. Это ваши NFT? Вот здесь, да, наши NFT. Их можно купить за NFT. Да, их можно купить за эфир, за криптовалюту. Собственно, вот бар. Но Наташа сказала, что с телефона не могу танцевать, потому что танцевать ты типа покупаешь эти движения тоже, да? Нет, ты не покупаешь, ты просто с телефона имеешь ограниченный функционал, а с компа у тебя он более расширенный. Эмоджи. Мы переходим на вкладку эмоджи. И перед нами есть много разных вариантов танцев. Так. И мы, например, выбираем, что мы хотим танцевать. О, savage. I'm yes. savage. Yeah. Вот. Classic, и мы танцуем этот вариант. Или, например, мы хотим выразить нашу эмоцию, что нам пипец как нравится эта вечеринка, так. И мы нажимаем. И это все видят. Да, и это видят все люди вокруг. А шмотки, которые на нем, их нужно покупать за крипту. Шмотки, которые на нем, либо можно создать самим, придумать прям с нуля. Либо, да, купить за крипту, если ты не хочешь париться, купить готовый наряд. А там был Дэниел Трабун только что. Ну-ка, погоди, вернись. Трабун, там был Трабун. Вот он, это Трабун! Это, о, какой он нарядный, ты посмотри на него. Вот он. Привет, Дань. Даня, привет. И видите, там есть экран, на котором человечек. Тут только что был диджей, который был из Калифорнии. Он стримил свой сет, то есть он его играл в реальном времени. Мы видели стрим. Там Трабун опять. Блин, давайте позвоним Трабуну. Знаешь, что основная, кстати, претензия у всех, что мы перестали общаться вживую, что мы общаемся в метавселенной, а это вот, наоборот, новый формат. Мы сейчас и вживую пообщаемся, Трабун загрустил там что-то. А, нет, он танцует. Мне кажется, он не возьмет сейчас трубку, скажет, ты с ума сошла, я в метавселенной, ты что мне звонишь? Он не берет. Вот такая тусовка, короче. Нужно знать грань, гармония. Между виртуальным общением и реальным. Поэтому мы сейчас заканчиваем репортаж, и я иду к вам, ну, пить. И мы, соответственно, потихонечку подошли к теме NFT, которая супер важна для метавселенной. Да, и из-за того, что появилась NFT, вообще стало так возможно перейти реально в виртуальный мир. Ну, как будто бы это необходимая часть метавселенной, да. Это вот это вот... Ну, это как типа деньги. Да, блин. Да, да. 100% вы уже слышали 100 раз про NFT. И до сих пор ничего не понимаете про это. 100%! Слушай, окей, я поняла, я уже смирилась с тем, что я не пойму полностью это все. Да, да. Это невозможно. Геометрию, тригонометрию я тоже не понимаю, но мне, я готова понять, что но вот это учила. Плоское, это круглое, ну ага. Там типа ну, вот да. На таком формате. Поэтому, что нам нужно знать про NFT сейчас? Это переводится как non-fungible token, типа не взаимозаменяемый токен, сертификат. Да. Если просто, это доказательство того, что ты владеешь чем-то, свидетельство о собственности. NFT просто часто это арт. Вот, когда покупаешь картину или какое-нибудь произведение искусства, mm-hmm. Как бы, если ты покупаешь это легально, ну, так, чтобы ты знал, что... Ну, и мог потом перепродать еще, и все понимали, что это хороший художник, и это настоящая картина, там всегда есть сертификат сзади картины. Да. Конверт, в нем сертификат. Да. И, в принципе, на самом деле, это все, что нам пока сейчас надо знать. Да, ну там есть много разного вида контрактов. Да, но это все уже да, можно да. Там это. И за этим свидетельством стоит какой-то договор, где прописаны условия. Он называется смарт-контракт. Все, вот эти вот основные термины, которые надо знать, этого плюс-минус достаточно сейчас mm-hmm. пока что. Да. И как с криптовалютой данные о ней находятся не в одном банке, который может, там, не знаю, обанкротиться да, и да. Все твои деньги пропадут, а на тысячах компьютеров. Записаны. Собственно, это и называется блокчейн, цепочка.
А NFT по такой же схеме работает, тоже эта информация записана в огромном количестве мест, и поэтому она никогда не исчезнет. Лол. Ура. Кайф. Где используется NFT сейчас? Это, во-первых, арт для collectibles, так называемых, это всякие вот эти там карточки бейсбольные, тоже диджитальные. Uh-huh. Там, вот ребята, которые делали вечеринку, мои друзья, uh-huh. они, например, разрабатывают сейчас музло. Его пишет искусственный интеллект, uh-huh. и они как бы вот продают его с картинками, с красивыми, которые тоже создают искусственный интеллект. Там на самом деле есть много всяких теперь еще игровых механик, то есть ты покупаешь эти коллектаблс, ты как-то можешь с ними играть, ты можешь их перепродавать, и они могут меняться из-за перепродажи, то есть там есть всякие суперинтересные. Моя подруга Женя Гуд, которая, собственно, жена Макса, которая вот открыла. Да. Короче, это все одна тусовка. Она сделала два видео про NFT сейчас, чтобы не углубляться в эту тему. NFT получается, да? Нижний Новгород NFT. NFT. Да, типа того. Именно про арт. Mm-hmm. Какой там есть прикольный уже контент, криптопанки, вот эти вот котики, самые известные кейсы, я оставлю ссылку внизу. NFT еще используется, чтобы владеть какими-то игровыми предметами, типа там оружием каким-то. Mm-hmm. Mm-hmm. Еще как бы этот список, он пополняется, потому Абсолютно. Что просто появились деньги, и теперь mm-hmm. все придумывают, что за них продать. Ну да, то есть есть скрипта и есть вот этот вот сертификат. По сути, да. и криптой можно теперь покупать виртуальные вещи, и они мои, они принадлежат мне. А какой самый странный NFT ты видел? Покупаешь NFT виртуальная душа, и потом ее обещают тебе вселить в виртуального животного. И эта виртуальная душа считывает все из Твиттера про тебя, и она тоже уникальная. Это типа твоя душа получается? Это как бы твоя душа, да. Но ты ее потом когда-то, возможно, можешь перепродать. Вот это супер странно, согласись. Называется... Она типа... Digital Animals называется, да. Гоголь, ты как? Ты как там? Второй том. Короче, плюс-минус становится понятно. Сейчас резюмируем, и самое лучше всего будет понятно, когда мы поймем, чего не хватает пока. Согласен, да. Есть такой чувак, который ты мне прислал, Мэтью да. Болл. Расскажи про него. Мэтью Болл с 2018 года рассказывает про метавселенную и написал кучу текстов про это. И вот, собственно, из чего должна состоять метавселенная. Давай. Так, извините, тут без бумажки. Очки! В принципе, настоящая метавселенная. Во-первых, виртуальные миры всегда включены. Как, собственно, как сейчас мы заходим на сайты, где картинки всегда работают, так и виртуальный мир, мы будем заходить на него, он всегда работает. Он не паузится. Он не паузится, он не заканчивается. И в этом смысле, например, игра, у которой есть сюжет или которую нужно включить, а если не включил, то, извини, нету игры, не работает. Угу. Дальше. Существует в реальном времени и синхронно у всех. Что здесь важно? Это то, что мы встречаемся в этой вселенной, и несмотря на то, что там есть какие-то запланированные события, все идет как в жизни. Угу. В реальном времени. Третье. Это то, что не ограничивается количество пользователей. Например... То есть мы все прям находимся. Мы все можем находиться в одном пространстве. Миллион людей. Сейчас это невозможно. Нагрузка слишком большая на серверы. Например, в игре Fortnite был концерт Трэвиса Скотта. Да, там же куда уж больше, чем все, там 10 миллионов человек. По сути, это было, ну не знаю, десятки тысяч концертов, в которых были отдельные маленькие толпы людей. Они просто синхронно шли. Да, они просто синхронно шли, они, кстати, повторялись потом еще, ну, концерт повторялся. Вот. Но это было так. Сейчас мы пока не можем добиться этого смысла технически вычислительной нагрузки. Прикол. Такие дела. Осталось два пункта. Первое — это работающая экономика между мирами и пользователями. Это значит, что люди могут в разных метавселенных с одной валютой покупать, инвестировать, короче, делать все, что угодно. Да. И вот этот же Мэтью Болл как раз, он писал, сейчас скажу, пока интернет виртуальных миров разрознен и похож на торговый центр, где в каждом магазине своя валюта и единица измерения. Прикинь, ты реально заходишь в Michael Kors, тебе говорят, нам нужен эфир. Немецкие марки. Да, ты заходишь в другой, тебе говорят, нет, здесь мы это не принимаем валюту. И размеры, прикинь, ты здесь в сантиметрах рост у тебя измеряется, тут в фунтах в каких-нибудь там еще в чем-то. Короче, нет единой договоренности. По идее, экономика вот эта вот, она должна работать для всех. Да, и последнее — это кроссплатформенность. По сути, это означает, что
если ты купил автомат в Counter-Strike, то этот автомат должен работать в Fortnite. Представь себе, что это тоже как код. То есть вот у тебя есть придуманная, нарисованная красная куртка в игре Fortnite. И ты переходишь в другую игру. И там есть какой-то набор параметров, типа красная куртка. И, возможно, в другой игре ты будешь в другой куртке, но она тоже будет просто красная. Ну, для того, чтобы порисовано вот, просто совместимость была, чуть-чуть. Да. Окей, то есть, короче, нам не хватает того, чтобы все вот эти вот огромные игроки договорились друг с другом. Звучит абсолютно нереально, невозможно. Никогда не произойдет. Но нет, на самом деле, сейчас же пока не очень понятно, как это будет работать. Поэтому давай как раз мы с тобой зарезюмируем. Давай. Тем, какие у этого всего есть риски. О, это самое интересное. Это же вообще непонятно, как регулировать. Вот ты придешь к участковому в полиции. Как я, вот меня Инстаграм взломали, я прихожу такая в прокуратуру. Я все вопросы решаю через прокуратуру сразу. Сразу. Реально, типа, нужно почистить двор, алло. Но они над всеми, они потом всем звонят и все решают. Я прихожу в прокуратуру, говорю, у меня взломали Инстаграм. Преступление? Не знаю. Преступление. Да, сегодня да, конечно. У меня выманивали деньги, меня шантажировали. Нет, понятно, понятно, естественно, это преступление. Что он сделает, скажи мне? Он посмотрел на меня вот так, сказал, смотрите, у меня вот есть листок. Вы вот здесь напишите все, что с вами произошло. Вам полегче станет. В западных странах уже расследуют кражу аккаунтов или кражу вообще цифровых богатств. Вот, опять же, там какой-нибудь... Ну, знаешь, есть вещи, которые гораздо более, мне кажется, непонятные для полиции сегодня, любой страны. Например, воровство личности. Ну, то есть, ты же можешь... Представь себе, украдут твоего аватара, и твоим аватаром будет гулять... Это как из разряда отдают твой паспорт, на тебя кредит оформлю, ну, типа... Ну, по сути, да, да, конечно. Следующий левел. И там как-нибудь, ну да, будет взаимодействовать со всем, что у тебя есть там. Да. К бывшему придет. Да. И это реально, ты с этим да, вообще реально. Непонятно, что делать. Там вообще какой-то другой должен быть кодекс этики. Помнишь, ты говорила о том, что Facebook будет обладать огромным количеством данных. Yeah. Потенциально это означает, что этим огромным количеством данных будут обладать мошенники. Mm-hmm. И это будут данные, ну вот, кажется, что ничего особенного, но твое перемещение, то, что ты выбираешь, то, как ты общаешься, все это, по сути, информация. Но круто из-за этого, что технологии медленно развиваются, относительно медленно, потому что параллельно с ними человек пытается придумать, как с этим быть. Технологии всегда быстрее. То есть сначала мы получим огромное количество преступлений в метавселенных, а потом полицейские сядут и такие, в прокуратуре сядут и такие, слушайте, ну нам надо что-то делать. Ну, да. Вот. Но как будто это пока, они пока все не физические, эти преступления. И слава богу, слушай, кажется, что это не так опасно. Скорее всего, большинство преступлений будет экономических. Просто есть такие преступления, которые могут повлечь за собой смерть. Вот. И, ну, в смысле, опять же, какое экономическое преступление да, может случиться. Да. Прикинь, у тебя там участок в Децентраленде за 40 мультов. Да. И еще, мне кажется, наверное, последний какой-то риск, который мне видится, это ментальное здоровье. Ну, потому что вообще пока не очень понятно, как к этому человек приспособится. Мы офигели от потока информации, который на нас интернет выплеснул. Да, все теперь тревожные. Да. А как будет человек воспринимать себя еще в виртуальном пространстве, тоже не очень понятно. Поэтому мне правда кажется, что нужно себя к этому постепенно готовить. Нет смысла пытаться делать вид, что этого не происходит. Ну, да, типа, да. С закрытыми глазами переходить дорогу. Просто не-не-не, я не буду сюда смотреть. Знаешь, все время хочется сказать всем, попробуйте это все, это очень важно. Знаешь, там, типа, да. Попробуйте, не знаю, Roblox или CryptoVoxels просто для того, чтобы посмотреть. Просто зайти и посмотреть в этот да. виртуальный офис. Я вчера так кайфанула на да, или хотя бы посмотреть на YouTube, как оно выглядит. Потому что это, ну, там, типа, это проще, но... Вообще безопасное пространство, ты просто на YouTube абсолютно, смотришь видос. Да. Я недавно, знаешь, пока писала этот сценарий, нашла статью. Мне кажется, что этим языком будут рассказывать о метавселенных на первом, втором канале российского телевидения. Переселенные в матрицу люди даже не будут замечать, что в реальности их тела помещены в клетки,
Они носят одноразовую одежду и питаются синтетической пищей под неусыпным оком большого брата. Я клянусь, я бы не придумала эти предложения да, сама. Да, это слишком круто. Я все-таки считаю, что легко нам, людям, на глазах которых появился интернет, понять, что в нем есть определенные риски. Я не представляю сейчас свою жизнь без интернета, не хочу вообще никак. Я была бы тупее сильно, ну, правда, гораздо более зажато, контролируемо, между прочим, потому mm-hmm. что отсутствие знаний, которые нам дает интернет, дает возможность телевизору делать с своей аудиторией вообще, что хочет. Mm-hmm. Так и есть. И мне кажется, что есть в метавселенной большое количество рисков, но I'm looking forward вообще so much, потому что самое крутое, что для меня сейчас происходит, непонятно, что дальше. Понял? Ну, типа, болотное ощущение застывшести какой-то, да. которое все равно есть. И вдруг появляется что-то в твоем будущем. И очень быстро начинает раскручиваться. Что ты не знаешь, как да. будет выглядеть. И это же так захватывающе. Мне кажется, что, знаешь, вот это вот был момент, когда люди пересаживались с лошадей на автомобили, и там был максимально тоже агрессивный настрой противников, просто потому что это что-то новое, непонятное и, конечно, тоже опасное. Ну, просто сколько да. новых опасностей случилось, да. естественно. А мы ничего с этим не сделаем, мы просто входим в какой-то новый этап, и этот новый этап, он принесет, вот как ты говоришь, миллион всего классного, куча всего не классного, но это просто будет новый этап. Мы так устроены. Нам это нужно, судя по всему. И теперь мы это можем. Да. И мы... I do it because I can. Абсолютно. И мне кажется, что очень важно здесь занять личную позицию того, как ты к этому относишься, того, что ты про это знаешь, что ты уже попробовал. И вот тут прям не надо быть душнилой. Прям вот не надо быть душнилой. Не будьте душнилыми. Мы вам оставим в описании ссылки, на что можно еще почитать и посмотреть интересного по этой теме. А, в общем, очень надеюсь, что мы смогли понятно рассказать то, что узнали сами. И если у вас еще остались вопросы, наверняка, на самом деле, они новые рождаются все время, конечно, про это конечно. Интересно поговорить, пишите их в комментариях, и давай сделаем прямой эфир совместный, и про это про все поговорим. Слушай, это очень поговорим. Круто, потому что у нас же куча информации осталась, потому что мы старались все-таки как-то... Сжать. Ну, упростить какие-то штуки. Да. А в прямом эфире сможем это рассказывать максимально непонятно и сложно. Супер, как мы любим! Короче, мы оставим внизу ссылки на наши инстаграмы. Подписывайтесь, и мы тогда там объявим, когда сделаем прямой эфир, в котором еще поговорим поглубже в эту тему и ответим на ваши вопросы. Меня так это восхищает. Это очень интересно. Да, вы давно уж не земляне, вы вирто инопланетяне, вы окопались в интернете, живете вы в прекрасном цвете, вам скучно здесь, на этом свете, у вас свои в приоритете, а мы изгои культ просвета, застыли в поисках ответа, и невозможно уж догнать вперед умчавшуюся рать.